Парк Победы, парк славы русского оружия. И вот я вам сейчас покажу, что здесь в 2024 году. И все пушки вниз. Вроде вот удивительно, да, что те, кто должны быть вместе с нами, они воюют против нас. Воюют вместе с теми, кто пожизненно против нас. Это, конечно, самое страшное. Но я думаю, что ситуация все равно меняется в умах тех, кто это делает. И сейчас, по прошествии почти 2 лет, я думаю, что многие все-таки поняли, в чем причина этой войны, и видят реально своими глазами, за что она идет. Что она идет прежде всего против веры, против Христа, и уже вторично все остальное. Вот. Подтверждением тому те события, которые сейчас происходят на Украине. Закрытие храмов, да и вообще вся эта бесовщина, которая происходит. Украина — это Европа. Ну а Европа, мы видим, куда катится, имеется в виду, если брать все-таки духовную составляющую. Так что мы на правильном пути. Жалко только наших парней, которые вместо того, чтобы рожать детей и жить, да, положили свои жизни за чью-то подлость. Именно за подлость, потому что предательство — это прежде всего подлость. Так что вот так.